Попробуем соло, а там уже видно будет. Песок, соль. Разрушьте сияющую метку. Луна. Ломается вообще сияющую метку. Стой. Так, у меня луна и так. Допустим, первая загадка разгадана. Пройдя черный сектор, исследуйте таинственные руины, продвигаясь по которой, отбейтесь от темного шторма. Допустим, и почему тут эффект еще отжарил крови на уровне 7 минут. Ай, нихера, а что он так далеко тогда? Почему он так далеко достал? Ничего не с ними делать. Интересно, как тут разных эффектов появляется. Что? Он тебя в чате спрашивает, ты про что? Ну, вчера там. Да, ему много чего надо, блядь. Ты так и этот, прошел эту лейлабу или нет? Я вот, блядь, зашел, пока что сдох полностью от того, что у меня вот эти вот зубы, блядь, накапливаются, и они мне, блядь, убивают. Теневая коррозия вот эта несчастная. Я вот только понял, как от нее избавляться, блядь, но это пиздец какой-то, надо очень быстро все проходить. Тебе времени дается ровно столько, сколько можно добежать от одного, блядь, обелиска до другого обелиска. Соло? Да. Смотреть, пощупать, тут еще почем. Активируйте сияющий терминал. А как понять, первый терминал, какой мне терминал надо сначала активировать? Я его. Там вот этот пазл. Отыщите кристаллы. Блять. Больно, суки. Да, вот первого босса, считай, прошел. Можно забрать награду с контроллера. Ледяную бутылку первого левела. Какие щедрые дали, блять. Ага, тут нет этого сундука с нормальным модом. Что мне мод дали? На пушку, мороз и дальше. А тут несколько путей. Типа, есть смысл возвращаться обратно на остальных боссов? Или тут только один? Ебать, живой пошел нахуй. Пытаюсь просто съебывать этими фишечками. Блять, зеркало. Кто на свете всех милее, кто на свете всех добрее. Дохни нахуй. У тебя мало хп осталось, дохни. Ай, сука, я съебал из зеркала. Дурак. Тут я не пройду, да? Пока не ебну ее. Ой, блять. Ой, нахуй, нет. Зеркальце, новая дверь открыта. Ты сразу 6 раз подряд тоже сайло дали. Сколько же тут заражений этого, ебать. Ну хоть на какой-то локации они постарались. Вот это арава мобов, конечно. Так, забирай вторую. Ну, забирай ее. Что ты, блядь? Ты ебываешься. И накидывай туда. А, блядь, она не долетела, серьезно. Она просто в воздухе взорвалась. Собака сутулая. Весело, весело. Ничего не сказать. Так, бежим, 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 бежим. Ну, сейчас долетишь. Долетело. Так и по центру, так полагаю, еще надо. Давай. Нет, не по центру. Я вижу сбоку. Патронов надо, конечно, немерено, блядь. Нервов побольше.
Флаг, у меня два пистолета. Так, забирай метку. Можно перекаты делать с этой меткой или тоже перекаты не доделать? Оп, 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 прыг, скок, прыг, скок. Но он лежит на полу, просто этот огонь дальше горит, нахуй, и я один раз только его трогаю, и все, издыхаю. Все по новой, блять, пиздец. Вот сейчас посмотрю, я опять запущу так же, блядь, как я запускал, если оно нахуй не будет считаться так, а как-то и по-иному, блядь. Ты сейчас на первом боссе. На втором. Я уже первую награду забрал. Не, первая награда дается без босса. Ну, значит, на первом боссе. Это вы в прошке уже ходите? Да, или я лабу, что ли? Соло пытается. Соло, прошки, можно соло ходить? Можно, нужно, надо по квестам. Так, вот и первый запускаю песочный. Он ее не пройдет. Ну, хотя, если ты в соло идешь, там боссы не такие сильные. Вторая у меня планета. Или тут какие-то другие подсказки, блядь, а не то, как ты запускаешь его. Песочные часы. Демонстрацию экрана включил. А у меня стрим идет на Твиче. Постоянно как-то играю, у меня стрим идет фоном. Так, песочные, планета, кубик. Да ебанова. Ебить на. Кидываем. И луна, все. Вот так, первый у меня будет как новый. Да, но квадратик должен первым быть. Он будет сейчас первым. Будет первым? Иди. Вот, теперь полумесяц убивает. И что, идем по часовой стрелке, типа, блядь, или что? Нет, последовательно, по часовой стрелке или что? Я наоборот смотрел, чтобы это совпадало с этим сверху, блядь. Да, сука, съебись нахуй от моих ног. Песочные часы. Нет, 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 нет. Почему нет-то, блядь? Вот это убивать. Нет, песочные часы не убивают, не убивают. И в чем логика, блядь, если оно идет сначала вот первая, нахуй, вторая, третья, четвертая. Почему оно, блядь, первая, вторая, третья, четвертая? Что за трэш? Да заебали вы кидаться своим говном, нахуй. Пол что-то вообще урона нет. Конченая последовательность какая-то нахуй. Зигзагом идет. Питная метка спала. В атаку. Эти, кстати, совы здесь вообще почти. Еба, бежи. Ох ты ж, сука. Блядь, ну все, нахуй, со всех сторон зажали. Где-то ты из-под земли вылез, твар. Ты что просил выходить? Мне нет смысла их убивать, они заново будут спавнить. Беги, нахуй. Да, сука. Они еще кидаются этим говном как раз по КД. Можно мне наверх, пожалуйста? Ага, они говняшками кидаются точно же. Опять он бежит. Да беги, сука! Оп, оп. А, и двое уже. Почти, почти, давай, 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 добиваем, добиваем. Ебитесь нахуй, не защищайте его. Я зайчик нахуй, я убегу от всех. О, нет, 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 беги, 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 беги. Ой, все, минус шмот, кстати, да. До следующего босса я, наверное, не доживу, надо будет выходить. Лоу хп осталось, блядь, выебывается больше всего. Где награда? Фух! Блять, надо было еще успеть. Опять наебка от разрабов. Он и не прыгает ни хера на этой платформе. Твай, надо. Поехали. Еще полностью сломанный, но пройду. Так, что-то меня опять это ржавчина ебашить будет, да?
На, где у нас кристаллик там. Основная территория Розетта на данный момент заключается в том, что древняя что-то там цивилизация, блядь, обладает верой для древней цивилизации доверия, призвала тайного прислужника чертой сектор белого толстого чёса. Сразите противника наступающей тьмы, отправляйтесь в черный сектор. Я не хочу, блядь. Тут вроде пока что обычный тьма, а это чё синий горит? Это что такое? Это Розетта ведь тьма? Это что сейчас будет? Вода, по-моему. Тут же не надо еще с этими тенями сражаться, я надеюсь. Как в этом парке. Я тебе посоветую просто бежать. Неправильно, да? Или правильно? Куда, блядь, еще? О, дверь. У него дверь? Блядь, беги, нахуй, тебя сейчас сожрет хуем, ты пахнула. А я думал, ты пахнет. Беги, оно тебя сожрет. А из чего это универсальную починку делать? Из ручек гигантов. Ой, блядь, рука, да, там он тебе эти запчасти дает этот вариант рука, да. Да. О, у меня аж зависло в этот момент, когда он урон показал. Так, и куда дальше? Наверх, самый, да? Ебать, ничего. Просто беги, беги, беги. Да ебать, все, что, куда? Не. А, видишь, тебя зеркало поймало. Да, да, наоборот, он вроде бы лучше даже сделал, что он меня наверх запустил. Ай, блядь, чтобы эти пидарасы не стреляли в жопу. Так, и все, дальше просто пробежать, да? Тут да, ничего, боссов не надо активировать никаких. Комбинацию там запоминать не надо, ничего. А я бегу, бегу, бегу. Такая все. Здорово, здорово. Здорово. Ох, лицо какое. Бля. Так, вот это самый бесячий, по ногам на голове. Какая калибровка? Какой калибровка? Ну, у меня не золотая, у меня фиолетовая. По 25 тысяч сейчас идет нормально будет. Беги, 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 беги! Сука. Где меня воспалнится? Да, с этого же босса. Просто оно, блядь, все сломанное. Надо выйти починиться и зайти обратно. Но оно не скинется. Не скинется. А, вы пошли в это, за лабу. Я в соло. Бригантик в соло. Новая, я вообще не был, я первый раз зашел в нее. Да, первый, новая. Надо немножко мозгами думать. Короче, а тут нет песочных часов, я же убил его одного. А, убил. Когда убивай следующее, вот это, не следующее, не вот этого, а следующее. Ну, название просто скажи, не вот это, а вот. Я же не вижу, что ты там видишь. Надо квадратить. Не, я посмотрю. Квадратить. Вот ой, блядь, беги! Вот это. У меня стамина кончилась. Не тварь, да, засчитала. Дальше что? Теперь два вон того, где полумесяц. Полумесяц. Это типа с вот прошлой это... этой, с прошлого босса, типа, комбинация? Да, тут вот эти комбинации, да, да. Блядь, беги! Потом этого. Ебай, вы заебали бы не преследовать. Подписчики, хейтеры нахуй. Одолейте тайного прислужника. Ух! Теперь просто дальше. Ох, я выбил. Вот это еще фаза последняя. Тут тоже надо, типа, вот по шарам этим бегать. А, так меня же это заражение ебашит местное. Сейчас мы тут... Славься, создатель. Славься, создатель, и да пребудет с тобой вечный покой. Так, а механика тут какая? Ну, сейчас будем посмотреть. Ой, есть трудно. Не, правильно, что делать? Отец, вечный мастер. Да он там должен прыгать. Кто куда побежал? Ганзи смотрит. Ваш покой на душу. Он поднимет, если меня пиздят. Ганзи смотрит. Я зрительно. Сейчас у него ни одной головы нету и появится три головы. Трэш какой-то.
О, так у него еще и 6 рук появляется. На каждую голову по 2 ручки. Явка хорошая. А что делать? Комбо еще позволял, еще лучше как-то делать, так еще лучше было. Вечно несущий свое время. Это я. Да-да-да. Ну что, народ, погнали нахуй. А что, у меня камера зависла? Ебать, у меня камера под ногами. Ебучий случай. И как вот мне играть, у меня камера, блядь, забагалась. Пиздец. Надо опять сдохнуть, что ли? Ебать, вот это баги, конечно. Просто стреляю от жопы. Что ты будешь делать? Все, уже помер. Вот так вот. Не церем... Третье что? Пацаны, что третье, блядь? Полумесяц четвертый. Ну все, вот так вы и сказал давно. Каждый на одной из этой хуйни стоит, и все заебись становится. Все, заебашь, заебашь, мьё. Блядь, ёбаный молнии. Сейчас он тебя сзади заплюет. Она прикалывается. Нет. Давай, 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 давай. Хотя бы немножко, блядь, хп снимем. Я хуею просто. Сколько там времени еще? Мне времени просто не показывается, нет таймера. Летать начал. Мне просто зависло вот это вот. Ну, что надо делать? Смотрите, она дамажится, она дамажится. Блядь, нет, 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 нет. Она дамажится, дамажится. Хуячи по ней. Сука. Да, остался адреналин, просто нахуй я на десятке уже стал убегать оттуда. Ну, не помогло. Ну, поднимайся. Все, опять ему? А, нет, у нее больше ему на нету. Мы успели снять щит. Нету, 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 ломайте. Башами, башами. Что ломаете, если вы ногу не дают? Да дают, дают, просто немножко бегайте от них. Немножко осталось. Да, полетела, тварь. Давай, не зря в Fortnite сейчас играл. Наконец-то, победа! Победили!